Муниципальное предприятие РКЦ продолжает совершенствовать свою систему по начислению и сбору денежных средств в системе ЖКХ. Еще одной новинкой стало добавление в квитанцию дополнительного второго штрих-кода. То есть сейчас у нас в квитанции два штрих-кода. Двухмерный штрих-код, который в банковской системе читается в терминалах. И это сделано для того, чтобы было как можно меньше ошибок. Операция теперь упрощается. Любой человек, имеющий карту, в терминале Сбербанка выбирает в меню «Оплата по штрих-коду». Подносим к светящейся полоске квадратный двухмерный штрих-код. Устройство считывает информацию, идентифицирует человека и все. Можно оплачивать услуги ЖКХ. Это дает большой плюс. Исключены полностью ошибки при оплате за услуги ЖКХ. Не лишним будет напомнить жителям о структуре самой квитанции, которую они получают от РКЦ ЖКХ. Во-первых, она приходит в пакетированном виде. Внизу, где адрес, внимательно, уважаемый житель, читайте, мы опишем текущую информацию, которая касается вашего лицевого счета. На обратной стороне информация, касающаяся всех жителей города. Внутри квитанция с двумя штрих-кодами, в квитке общая информация по начислениям. Есть таблица перерасчетов, если такие имели место. Сведения о поставщиках услуг, показания общих и индивидуальных приборов учета и, соответственно, счет. Нужно внимательно читать, опять же, отрывать не надо, отрезать не надо ножницами. Я иной раз вижу, когда пожилые, особенно люди, приходят к нам, вижу, что они вырезают. Но тут для простоты сделана даже линия сгиба, и можно два раза согнуть, она отрывается ровненько. Самое главное, что мы просим аккуратно все это делать, потому что внутри находится штрих-код, если неаккуратно отрывать, он нарушится, и, соответственно, оплата будет сложно, оплату произвести.